И на внеочередном заседании депутатов окружного парламента был избран новый уполномоченный по правам ребенка в автономном округе. В бюллетенях для тайного голосования значился всего один кандидат – Данила Трубицын. Его кандидатуру еще в марте на рассмотрение в ЗАГС Собрания внес губернатор Дмитрий Кобылкин. Главу региона депутаты поддержали единогласно. Данила Трубицын принял присягу, поблагодарил за доверие и призвал коллег к сотрудничеству. Он готов приступить к обязанностям немедленно и начать работу с изучения общей ситуации в регионе. Анализа обращений, потому что анализ обращений граждан, он может дать, позволить понять, какие вопросы и в каких территориях Ямала являются наиболее животрепещущими и требующими оперативного вмешательства либо решения.